Привет! А сегодня мы с бабушкой специи приготовим пышный омлет с овощами и сыром на сковороде. Этот омлет богат витаминами и полезными веществами. Вкусный, сытный, красочный, яркий, ароматный и аппетитный овощной омлет с сыром на завтрак. Готовится проще простого, как говорится, на скорую руку. И всегда захочется добавки. И сегодня мы с бабушкой специи покажем и расскажем, как мы это делаем. Ингредиенты рассчитаны на 2 порции. Лук 1 штука. Оливковое масло 1 столовая ложка. Перец черный молотый по вкусу. Базилик 0,5 чайной ложки. Твердый сыр 50 грамм. Болгарский перец 1 штука. Яйца 2 штуки, помидоры 2 штуки, зелень 30 грамм, соль по вкусу. Итак, берем продукты, которые нам потребуются. Они указаны в ингредиентах и показаны на фото. Яйца советуем использовать домашние. Готовим овощи. Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Помидоры моем и нарезаем небольшими кусочками средней величины. Перец моем, чистим и нарезаем небольшой соломкой. Прогреваем сковороду с добавлением оливкового масла и выкладываем на нее пока только один лук. Обжариваем его на среднем огне до прозрачности при помешивании. Далее добавляем к луку подготовленные помидоры и болгарский перец. У нас с бабушкой специй это красный перец, под стать помидорам. Но вы можете взять перец другого цвета или сразу нескольких. Красный, желтый, зеленый. Чтобы блюдо выглядело еще более красочным и заманчивым на вид. Все тушим около 2 минут. Не забываем помешивать, чтобы ничего не пригорело и вкус блюда не испортился. Яйца вбиваем в глубокую миску. Солим, перчим по вкусу и хорошенечко взбиваем до однородности при помощи вилки. Твердый сыр трем на мелкой терке. Выливаем яичную смесь в сковороду к овощам, равномерно ее распределяя. Присыпаем все базиликом, сыром и свежей зеленью. Жарим до готовности и расплавления сыра. Подаем наше коронное блюдо вместе с тостами. Итак, это был рецепт от меня и моей бабушки специи. Попробуйте приготовить замечательный омлет с овощами и сыром себе на завтрак. Приятного вам аппетита!